10 января сотрудниками МЧС и гражданским населением была организована транспортировка медицинского оборудования с города Ковала в госпиталь Атиры. Для этого была укомплектована колонна, состоящая из грузовых машин марки «Замак». Когда грузовики были полностью загружены, а водители прошли инструктаж, колонна двинулась в путь. Во время движения колонны случилось несколько ДТП. Все они были благополучно устранены. По пути к нашей колонне присоединились несколько ефритов группировки РФА, которые предложили свою помощь в охране колонны. Колонна благополучно добралась до пункта назначения, медицинское оборудование было выгружено, а водители получили свое вознаграждение. МЧС благодарит всех участников данного мероприятия. Всем огромное спасибо!